Шоу-клуб «Доберман». Приветствуем всех. Здесь группа «Биллис Бэнд». И очень радостно нам находиться здесь сегодня в Хабаровске. Для нас это, ну, всегда честь и удовольствие. Вообще, надо сказать, что Хабаровск, ну, в наших глазах, людей, которые постоянно колесят по всем миллионникам России, представляется городом ухоженным, городом очень прогрессивным, очень аккуратным. Видно, что здесь кипит жизнь, видно, что здесь культура находится в хорошем состоянии. Вот, и видим, как с каждым годом меняется город. Потом, когда как всегда до слез, захочу к тебе пить коктейль из лунного света и вина, или под водку грустный мотив. Я знаю, где-то ты одна. В истории группы «Биллис Бэнд» четко прослеживаются несколько периодов. И как вы абсолютно справедливо упомянули, мы начинали с того, что мы называли то, что мы делаем похоронным диксилендом, с бесконечным хэппи-эндом. Это речь идет о периоде примерно с 2001 по 2004 год. В 2004 году мы самопровозгласили себя основоположниками российского романтического алкоджаза из Петербурга. И этот период закончился вот буквально в прошлом году. Даже я бы сказал, он закончился в 2013 году. И открыв тем самым новую веху нашей истории, которую сегодня мы называем русскоязычным песенным свингом. Русскоязычная публика, для нее очень важен контент текстовый, то есть голос воспринимается в первую очередь как то, что несет определенную информацию, а не как отдельный музыкальный инструмент. Чтобы найти себя, нужно сначала, ну, это мой рецепт, мое мнение, нужно сначала перелопатить очень много материала. Иначе будет перманентный такой постоянный комплекс того, что за что бы ты ни брался, это уже было. Поэтому, когда ты все это было переиграешь, у тебя создается некая расслабленность и осознание того, что все равно все уже всегда было. И только на этом основании ты сможешь расслабиться и стать собой. Но это мой рецепт. Я думаю, что рецептов много. И, может быть, у каждого сложившегося человека или творческого деятеля рецепт свой. Принесет еще больше хлопот, проблемы свои я умею еще решать. Я так свободен сейчас и так одинок, и пьян абсолютно таким я хотел стать когда-то. Как ты из лунного света и вина или подводку. Мне еще кажется, что для того, чтобы стать хорошим музыкантом, сначала надо стать хорошим человеком. Потому что язык музыки – это точно такой же человеческий язык, как и привычный нам лингвистический, скажем, язык масло-масляного, тем не менее. Поэтому другой вопрос – кто судьи? И, ну, здесь это целая философия. Дорогие жители города Хабаровск, группа «Биллис Бэнд» обращается к вам с целым рядом пожеланий, среди которых в первую очередь хотелось бы упомянуть пожелания здоровья, добра, хорошего настроения, терпимости друг к другу, любви к родине, хорошей музыки, хорошей погоды –
Уважение к старшим. Вообще любви как таковой. Любви к детям. Любите детей. Заботьтесь о стариках. Будьте людьми. Ну, ты все 10 заповедей перечисли, и все. Ну, и, конечно же, 10 заповедей никто не отменял. Биллис Бэрент. Шоу «Клуб Доберман».